И сегодня, ну, не как обычно, а вот нормально буду обозревать комиксы и сравнивать их. Итак, что мы сегодня будем сравнивать? Сегодня будем сравнивать не очень популярные, но, наверное, все фанаты Марвел узнают. Это «Время темного правления» Земли 616 по названию «Громовержца». Ну или можно кратко сказать, что это «Отряд самоубийц», только во вселенной Марвел. Но я могу сказать, что это намного лучше, чем «Отряд самоубийц». И только смотрите, я не про кино говорю, я про комиксы. Я говорю, что вот это лучше, чем комикс про «Отряд самоубийц». Давайте приступим. Давай. Я хочу еще сказать, что вы не думайте, это не самый первый комикс про громовержцев, потому что это вторые, могу сказать, громовержцы, потому что первые появились в комиксе про невероятного Халка в 90-х, в конце 90-х. Там еще Барон Демон-то возглавляют. Но в этот раз Громовец намного лучше, потому что, во-первых, там некоторые участники из первого, там они есть, но не полностью. Но есть и новые, в том числе и Веном. А в этот раз этих Громовец не возглавляет не Зема, Барон Зема, а вот Норман Осборн, или как можно назвать, Зеленый Гоблин. Но я могу сказать про персонажа, ну... Они все хороши, но я могу сказать, что они, некоторые персонажи чуть-чуть скучноваты. Вот мне больше всего понравился Веном и Меченый. И, кстати, вы не могли, не подумайте, в Громовержцах Веном не Эдди Брок, а бывший злодей Человека-паука, это Скорпион или МакГарган. Так что это, можно сказать, другой Веном. И могу так еще сказать, вот это хейтеры, не подумайте. Но считаю так, что Веном Мака Гаргана самый лучший Веном из всех. Потому что мне больше Веном нравится как злодей, чем антигерой. И как раз он здесь показан. Вроде антигерой, но типа он, по-моему, типа, ну, громовержцы сделали так, чтобы ловить незаконных супергероев. И он типа в составе этих, это, можно сказать, супергероев новых. Но, в принципе, он... В этом комиксе сжирает людей, всех там сбивает. И ради чего? Чтобы просто на крестике преступников найти. Ну, короче, он жестокий. Вот за это вот я вот этого Венома люблю. Потому что он жестокий, умный. Он может изменяться в размерах, когда он злой. Ну, как Халк. Ну, короче, сильный, но все вот это. Ну, короче, могу сказать, что персонажи хорошие. Ну, можно вкратце сказать. Вот был... события комикса «Гражданская война», где там появился Заквенянский договор, ну, типа там, что супергерои должны подчиняться закону. Ну, конечно, были за этого договора и против. И, короче, произошла «Гражданская война», после этого как раз и правительство согласилось сделать команду «Громовержцев», что типа... Смысл команды в том, чтобы ловить незаконных супергероев, которые не подписали этот договор. Ну, как раз они взяли самых опасных злодеев. Ну и сюжет в том, что просто они ловят незаконных супергероев и все. Ну и все вот это, я могу сказать, что это лучше, чем комикс про «Отряд самоубийц». Нет, вы не подумайте, есть там пару номеров, которые интересны, но в 90% случаев... Комиксы про «Отряд самоубийц» вообще тупые, скучные. Особенно не читайте комикс про «Отряд самоубийц» из 70-х, 80-х, 90-х. Лучше читайте из 2000-х или из сегодняшних комиксов. Но просто я не понимаю, почему сняли фильм про таких вот, типа, можно сказать, уже стали антигероями, но позабыли про вот
вот этих вот персонажей. Ну ладно. Итак, это был мой обзор комиксов. Конечно, я рекомендую всем покупать это. Можете найти сайт, там книжный вот этот буквоед, лабиринт, все вот это. Можете заказать эту книжку, я рекомендую. Вы не пожалеете. А с вами был Андрей. На канале Восстановил Рекс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем пока.